Вот отправился мужик на базар забрать для жены новые сапоги. Эй, кому фрукт заморский? Арбуз вылечит флюс. Подходи, не стесняйся. Арбузу в тех краях отродясь не видали. А для чего он нужен? Арбуз, дядя, это такое большое яйцо, чтоб жеребят высиживать. Жеребят? Это как же? Ты давай не зевай, пойди покупай, тогда я расскажу. Эх! Иди домой, положи арбуз на сено в темное место, да и садись на него. Сем, где он высидишь, выйдет конь. А какой конь? Загляденье, а не конь. Это что это здесь происходит? Сапоги мои где? Я тебе дам жеребеночка. Ой! Вот же он, жеребенок арбузный. Стой! Стой, я ж твоя мамка!